Сегодня у нас 23 марта 2018 года. Это город Барнаул. Максима Горького, вот поперечная улица идет напротив. А это у нас улица Ползунова. Вот она так выглядит. Это я сижу у брата нашего Игоря Добунова в машине. Он сейчас пошел по своим делам. Вот тут я сижу с его собачками. Ну-ка покажи свою мордашку красивенькую. Маленькая такая собачка, красивенькая. Умница. А вот карамелечка. Вон она сидит. Охранники это у него. Охрана такая внутренняя. Я подошел, так они на меня затявкали. Аж только сел, сразу успокоились. Ну вот. Сейчас вот повторяюсь одно стихотворение. Оно такое очень поучительное. Ну и ложится на сердце, на душу. Потому что божественное. Ее побивали камнями во прах. Ее на кресте распинали. Гноили в темницах и жгли на кострах. И львам на сиденье давали. Но в тайной щели, как луч золотой, как воздух, она проникала. Ей дано великое имя любовь. Она ко Христу нас призвала. То пошлость, то глупость людская стеной повсюду ей путь преграждала. Но в тайной щели, как луч золотой, как воздух, она проникала. Из мрака неволи и пепла костров сильна и прекрасно вставала. И ржавые цепи срывала с рабов, от чашского сна пробуждала. И путь на Голгофу во мраке мирском она пред людьми озаряла. И в сердце холодном, порочном людском счастливую жизнь создавала. За правду святую нетленный венец в подвалах, дворцах предлагала. И раны разбитых и сирых сердец дыханием своим врачевала. В молитвах глубоких и в чистых сердцах за мир она грешный рыдала. И в селах, и в градах, ущельях, стенах людей ко Христу призывала. О, если на миг ты оставила нас, холодных, жестоких, презренных, исчезла бы радость, и свет бы погас в сердцах наших злых и надменных. Все, слава Христу, аллилуйя.